Ребята, всем доброе утро. Как вы помните, меня зовут Кевин. Я решил сегодня с утра подарить подарок Бобику. Ведь скоро у него 200 подписчиков. Помогите добить Бобику 200 подписчиков. Он так просит и хочет себе их. Подарок – это миньоны. Боб, иди сюда. Когда же 200 подписчиков будет? Я приготовил тебе сюрприз. Какой? Лови. Распаковочку. Сейчас мне мой хозяин ее откроет, Бобик. Нитя, Бобик! Ну, пополам, учитесь, ребята. Итак, первая капсула с Бобиком. Сейчас мы ее откроем. Итак. Это молоко Сусик. Бобик 2. Итак, вот такая коллекция. У нас есть вот этот вот и вот молокососик. Вторая капсула. Тут такая сладость. И все, пока, Бобик. Подписывайтесь. 3 подписчика нам осталось. И все, 200 подписчиков. Новая жизнь бобянская.